В городе Очамчире завершился первый этап работ по благоустройству набережной, начавшийся в 2022 году. Уложено около 3000 квадратных метров новой тротуарной плитки на общую сумму 5 200 000 рублей. Также высажены зеленые насаждения, пальмы и туи, установлены лавочки, урны, парковые фонари и питьевой фонтан. Ремонтные работы проведены также и на въезде в город. Впервые в Очамчире построена и ожидает ввода в эксплуатацию общественная спортивная площадка. Работы по ее строительству начались в апреле текущего года и уже практически завершены. Предстоит монтаж искусственного напольного покрытия из резиновой крошки. Материал заказан, ожидают его поставку из Российской Федерации. Для монтажа напольного покрытия потребуется одна рабочая неделя. Всего на спортплощадке установлено 9 различных тренажеров. На реализацию проекта из местного бюджета было выделено почти 2 миллиона рублей. Работа мы провели здесь, была голая площадка, которая кустарник, не кустарник, это все было зачищено. Все, что вы видите, было сделано с нуля. Все работы были проведены нашей организацией, мы проводили все работы. Посетители местные, конечно, жители не приходят, они не ждут, пока мы это все закончим. Много людей, особенно вечером, собираются, приходят, изучают. Интересно. На втором этапе работ по Очамчирской набережной запланировано благоустройство участка протяженностью 1,5 километра. На очереди площадь Конституции и участок набережной, ведущий к новому отелю «Черноморская жемчужина», рассказал заместитель главы администрации Очамчирского района Отар Акаба. Тротуарную плитку общей площадью 6600 квадратных метров для обустройства набережной предоставили застройщики отеля «Черноморская жемчужина», абхазские предприниматели Сичинава. Окончание работ второго этапа по благоустройству набережной запланировано на конец августа. Основной удар мы берем именно на набережную нашего города, потому что все равно туристы сегодня, которые приезжают сюда, это одна единственная у нас гостиница «Черноморская жемчужина», большая, где может поместиться около 600 человек. И еще есть другая гостиница, которая у нас спортивная. Она тоже помещает около 160 человек. И вот акцент за это бьется именно на набережную часть. Отсюда мы уже будем продвигаться дальше. Еще кое-какие проекты есть, связанные с площадью, которая находится напротив парка. А в поселке Агудзера Гулрыбского района вдоль улицы Курортная ведутся работы по очистке реки Парнаот. Жители, чьим хозяйством был нанесен ущерб во время паводков, обратились с официальным заявлением в районную администрацию с просьбой провести очистительные работы. Она маленькая речушка, но во время паводков наносила большой ущерб, около 25 хозяйств, по информации, затапливалась вообще на этой улице. Проживая, по этой улице около 68 хозяйств есть. Вот, после получения такого сигнала, за это не сигнал был, это официальное заявление, они к нам обратились. Вот, мы вынуждены были доложить об этом руководству, которое нашу просьбу услышало, поддержало. Была сразу составлена смета на проведение руслоочистительных работ. Смета прошла соответствующую экспертизу и было принято решение о финансировании вот этих работ по расчистке, которые в данный момент по факту производятся. Подобные работы проводились на реке Парнаут 4 года назад. Сейчас на очистку русла реки из республиканского бюджета было выделено около 3 миллионов рублей. Работы планируют завершить в кратчайшие сроки. Сарик Варцхеля, Лаура Капш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.